Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stickman против зомби. Да-да. И у нас секретная лаборатория. Ну что, погнали. Ну, вид оружия мы разблокировали, это гранатомет. Тут еще нас спрашивают, прокатишься? Конечно, прокачусь. Конечно. С превеликим удовольствием. А вот этому пофиг, ребята. Может быть, ему, конечно, и пофиг было, но... Дабл килл. О! Как мы могем. Походу, прибыли. Ну что, вот он наш пятый уровень, на котором мы остановились. Фул ХП, шикандос. Так, давай мой броник. Так, какие там у нас улучшения есть? Показывай. ХП и все. Смотри, тут снайпер, камины, волчьи когти, награды. Так, 5 каких-то самоцветов нам выпало. А что если вот так вот? Можно, да, все-таки? Получили здесь наградушку. Да и, наверное... А, можно еще, кстати, вот гранаты нам улучшить. Все. Я думаю, что этого пока хватит. Побежали. Кому-то помощь нужна? Блин, кому там помощь нужна? Где? Ох, какие они жирные, ты смотри. Отвали. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это те самые... Да ну хорош! Так, я так и не врубился, где же там все-таки кто-то о помощи-то просил. Вижу! Хорошо идет. На гранату вам. Блин, я сейчас, по-моему, сам тут отдуплюсь с этой гранатой. Все, ребят, не спас я ее. Да их тут дофигища, блин, собралось. Ты посмотри. Уж больно слишком много. Эть. Я еще и усугубил ситуацию. Тихо, да сколько же у вас тут? Так, что у нас там лежит? Меч. Да ты подпрыгни, ты меч, кладенец мне нужен. А бита даже еще лучше будет. Эх, жаль, конечно, что мы с тобой не спасли. Но зомби уж больно. Это я еще при том, ребята, прокачался. Прокачал именно ХП. Так, тут звездочка, кстати, у нас. Ты будешь спрыгивать, ты прицепился, как я не знаю к чему, как банабис. Старт. А вот с этим, я не знаю, это его только можно с помощью гранаты. Ну-ка, проверим. Да. Ух ты. Рубим. Ну чё ты вот там встал-то как балбес, блин. Сколько еще? Последний зомби. Где он там остался? Вон он наверху ползает. Давай, пиньятушка.
Так, что у тебя там? Конечно, хочу. Дал мне там из будущего. Что, погоня? Друзья, это что такое? Я не пойму. Не понял. Фига мы тут устроили. Да, это, конечно, хорошо, что тетракил там триллион килов, но... Пускай они идут сюда ко мне. На, прям в лобешник. Готов, давай, жиробасик. Меч. Ну, меч это, конечно, хорошо, но не в моем случае, потому что мне бы желательно, друзья, что-нибудь дистанционное. Например, вот УЗИ. УЗИ подойдет. А вот то, что на здоровье мало, это плохо. Давай, жараба, спрыгай. Еще один. Стикман. Сколько их еще там? Да дофига их. Их там еще дофигища. Тихо, тихо, тихо. На-ка, выкуси. Еще один. Это он с этих пробирок, что ли, вылез? Слушай, точно, он с этих пробирок вылез. Берем гранатомет и шмаляем. Смотри, смотри, трескается, вытек. Ну иди сюда, достал там уже. Из-под тишка. Промахнулся. Ну бас. Иди сюда, зомбятина. Так, меч-кладенец. Да что ты делаешь-то, рычаг? Ну не то совсем. Сбитые-то, конечно, пошустрее дела идут. Так, ну что, где у нас тут? Это последний был, да? Блин, мне бы где-то надо здоровье восстановить. Если сейчас будет за рекламу, я, ребята... Кому там помощь нужна? Где орёт-то там? Вижу. Да куда же ты? Блин, у меня совсем мало здоровья, друзья. Совсем мало здоровья. И к тому же, как ты видишь, тут зомби. Вот тебе и... Вот тебе и вся петрушка. Так, зомбетина, ты где там? Турель, ну и, вот куда вот мне эту турель? Ну давай сюда ее поставлю. Да ладно, ты только в одном направлении что ли стреляешь, турель? Дело дрянь.
тут только так и никак иначе. Такс. Харкну тебе тут. Уходим. Какие тут ворота-то нужно открыть? Так, подожди. Это сюда, да? Это сюда, а это сюда. Все. Стар. Ну давайте оба, сидите сюда. Узи. Ну вот это-то зачем гадость пришла, а? Сколько еще? Блин, да их дофига тут еще. Давай ставь ее сюда, пускай она. Чуть было не отдупился. Пистолетик. Пистолетик. Наверху показывают мне зомби. Я и так знаю, что он... Оу! Все, ребят, погиб. А жить? Серьезно, что ли? Видимо, одна попытка была на оживление, скорее всего. Ать! Этого надо гаврика валить. Блин, а тут прикинь, у меня граната хочется, и что я буду делать? Давай. А это уже, естественно, с гранатомета только. Где он там вообще шоркается? И последних два зомби. Где они? И вот он. Есть. Все, ребят, можем отсюда сваливать. Ядреный фени. А, пиньета. Так, у нас с тобой остается всего лишь 15 гранат. Серьезно? Эй! Ой! Чуть было себя в тупик не вогнал. Замечательно. Так, ну, джетпад взяли. Сам не понимаю, зачем мне нужен этот джетпад. Биту или что, или хп лучше? Нет, хп мы не сможем это улучшить. И граната у нас стала какая беленькая. Испытание. Ну что, вперед и с песней. Ой-ой-ой-ой, это было... в наших интересах, естественно... Тихо. Ну куда ты, зомби? Да откуда же ты взялся-то? А куда они все бегут там, наверх куда-то?
Взрывчатки-то тут что-то многовато как-то лежит. Тебе не кажется? Ой. А вы серьезно что ли, блин? А что там за топор? Я никак не могу понять. Вот тебе и стар. На, да в плане. Так, еще один зомбарик сейчас. На тебе, выкуси. Давай, давай, прыгай. Там сзади уже навострился чувачок, ты посмотри. Ой. Они меня практически... Угу, они практически меня поймали. Гранатомет. Это надо было так сделать. Да куда же ты? Как будто действительно из последних сил. Давайте прыгайте сюда, что ли, я не знаю. Блин, я все никак не могу запомнить, что волна может и тебя уничтожить. Ну как уничтожить? По тебе урон она может нанести. Все время в этом плане туплю. Уже сколько играю, все никак не могу. Ну и где? Иди сюда. Ага. И так до самого низа его в наказание. Еще два зомби где-то. Сами все что ли, нет? Я же думал, они сами себя там взорвали. Поехать на море с ребенком всегда важно. А Яндекс.Путешествия помогут сэкономить до 30% на отеле. Так, что-то мне вот эта музыка знакомая. Это случайно не Стикман? Вот это я понимаю, бумкнуло. Всех? Так, а куда это он там запрыгнул? Секреточку мне ненароком приоткрыл. А, тут босс будет. А босс наверху. На, выкуси. Музыка-то из Stickman War Legacy. Думаю, что такое знакомое? Ой, это если сейчас трону. Хе-хе-хе. Это сейчас... Что же получается? Бита бейсбольная, отдай сюда. Да куда ты? Уйдите вы. Трындец. Фью. Да куда ты-то лезешь? Слушай, а тут по ходу дела нам босса нужно уничтожить в первую очередь. Как бы тебе объяснить?
Все, зажали. Мне не пройти там было, блин. Но это, конечно, был перебор, ребята. Очень мощный перебор. Так, что тут мне? Переиграть мне дадут этот уровень? Да, я давай прокачусь. Десятый же уровень, да? На 10 уровне мы остановились. Так, это именно этот, да, левел? По-моему, если не ошибаюсь. Так, биту. Так, улучшение, испытание тут еще у нас. Уровень 51, нифига себе, уровень. Так, вот здесь мы... Да, здесь мы с тобой... Или подожди. Да, тут. Просто смели тут. Но все-таки здесь нужен босс. Нужно идти за боссом. Потому что тут можно прыгать в вечность. А босс... Или все-таки здесь драться с ним? Как вариант. Да дай ты мне взять Узи-то. Не зря гранаты прокачивали. Ух, ничего себе. Вот это я понимаю. Так, пойдем монетки, наверное, заберем для начала. Слушай, монеток прилично тут количество. Так, и медальку. Да, все-таки надо было мне вот здесь вот с ним драться, а не прыгать тогда, как Сайгак. Совсем другое дело. Так, ну что, монетки забрали. Ага. Был лысый, стал волосатым. Короче, он, видимо, ребята, хотел сделать на самом деле не зомби, а он хотел сделать супервещество, которое волосы выращивает. А получилось вот что. Зомби. Так, ха-ха, он что ли обманул нас и ушел через люк в канализацию куда-то. И у нас открывается новая территория. Нифига себе. Это взвал... А, зловонная канализация. Зловонная канализация, друзья мои. Вот так вот. Прокачишься? Конечно. Желтый зомби. Оранжевый, точнее. А что значит оранжевый зомби? Не знаю. Будем смотреть, что это за зомби оранжевые, что они делают. Пистолет. И музыка такая спокойная, да? Как будто ничего не происходит. Как будто мы на курорте. А оно может быть так и лучше. Ага.
Так, погоди. Стоп, подожди. Так, перекрыли мы. Так, подожди. Вот так, наверное, да? Ага. А отсюда теперь вот так. Трешовенько, конечно, тут. Нормально так. Это что? Такой звук, как будто они там захлебываются. Да вы серьезно, что ли? Ну что у вас так? Ё-моё! Тикай давай. Я манал, ребята, их. Вот ты сам видел, сколько их там. Ёк-макарёк, ну вы-то еще откуда? Да, друзья, это, конечно, жестко. Как же мне вот там вот... Если бы им там сделать, бы не помешало бы, а? Ага. Так, вот с этим надо. Прыгай, прыгай сюда. Блин, опять я остался без оружия. Почему без оружия? А меч? Это что, по-твоему, не оружие? Как меня этот синий зомби достал уже? А ну вот серьезно тебе говорю. На него гранаты только тратишь. Все, все. Так, ну что, пинетушку разбили, денежку получили. И, наверное, будем мы с тобой сегодня на этом заканчивать эту серию. Или пройдем еще один уровень. Ладно, давай пройдем. Ага. Блин, ну если вот я на синий, вот как вот, вот скажи мне, вот вдруг у меня нет гранат. Вот как я должен этих вот этого синего побеждать тогда? Ну вот как? Ну нет у меня гранат, ну предположим. Это бегать до тех пор, пока тебе вдруг не выпадет гранатомет, так получается? Получается что-то типа того. Ну и что? И меч мой исчез, да?
Еще он творит. Своей кислотой он шпарит. Так, еще сколько? 12 зомби. Задохнулся. Ну куда ты, родной? Ну и вернись. Я все прощу. Окей. И того остается 9 зомбарей. Вот мне вопрос, как я здесь вот должен, например, попасть? Если я даже не могу перекрыть этот вентиль. Так, где же здесь синий зомби? Ну куда ты опять побежал-то, а? Дабл килл. Все равно не могу понять, где здесь. Ну-ка, может быть, стрелять надо? Точно. Стар. Последних 3 зомбаря. И где они? Ух, ё. Давай, иди сюда, прыгай. Куда он ушел? Все, выполнили мы эту миссию. Так, ну что, друзья, на этой ноте я буду завершать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!